Миндит. Кюнтаулан Залатнер. Здравствуйте, друзья. Перед началом выпуска «Так я слышал однажды» команда канала ZAN Online спешит поздравить вас с новым 2022 годом. Поздравляем вас с переходом на следующий уровень в игре под названием «Жизнь в России». В этом году нас ждет еще более хардкорный уровень с повышением всего, кроме зарплаты. Но, как говорится, что нас не убивает, делает лишь сильнее. С новым 2022 годом вас, друзья! Отдельно хотелось бы поблагодарить тех людей, кто не бросил наш канал в трудные дни. Однажды у меня спрашивали в комментариях, откуда ты берешь веру и терпение. Отвечаю, в нашем мире кроме плохого есть еще много хорошего, светлого, теплого. И каждый раз, когда я опускаю руки, случается что-то волшебное, что позволяет мне идти дальше. Большое спасибо вам за материальную и моральную поддержку, уважаемые земляки. Дорвин Орды. Нек Садгинсумун, нек Эцкенурин. 4 айрата стрела одного колчана, дети одного отца. Начнем первый выпуск с поздравления главы Республики Калмыкия Хасикова Бату Сергеевича. Обратите внимание на монтаж ролика, и если что-то заметили, пишите в комментариях. И очень странное обстоятельство, Бату Сергеевич так и не нашел времени почтить предков в день памяти жертв сталинского геноцида калмыцкого народа. Уважаемые земляки, дорогие друзья, Кюнтаюрмют, Энкырманахсе, скоро наступит Новый год, а 2021 уйдет в историю. Историю Новой Калмыкии, которую мы все пишем вместе и с каждым из вас. Уходящий год был насыщен вызовами. Из-за продолжающейся пандемии республика была вынуждена жить с ограничениями. Оглядываясь назад, вижу, как мы сплотились и выдержали эти испытания. Хочу сказать вам, дорогие земляки, спасибо. Спасибо каждому жителю республики за терпение, за готовность помогать ближнему. Особые слова благодарности тем, кто исполняет свой долг на передовой борьбы с коронавирусом. Это наши врачи, медсестры, санитары, бригады и водители скорой помощи, работники социальных служб и волонтеры. Все вы – настоящие герои. Уходящий год запомнился нам и позитивными событиями, которых было немало. Мы открыли новую детскую поликлинику, строительство которой началось в 2008 году, а продолжилось лишь 11 лет спустя. Практически во всех районах республики построены новые парки и скверы, спорткомплексы, отремонтированы дома культуры. У нас появились новые школы и детские сады, обустроены игровые площадки. В 2021 мы отремонтировали в 1,5 раза больше дорог по сравнению с прошлым 2020 годом. По всей республике строится новое жилье. Калмыкия стала доступнее для других регионов. С начала Нового года в Элисту начнут летать самолеты из 10 городов. К уже имеющимся направлениям добавятся Астрахань, Волгоград, Краснодар, Казань и Симферополь. Также в этом году Калмыкия получила прямое железнодорожное сообщение с Черноморским побережьем. Мы и далее продолжим эту работу. Ведь транспортная доступность положительно повлияет не только на развитие туризма, но и на экономику нашей республики. Мы не только говорим об интенсификации в сельском хозяйстве, но и совершаем конкретные шаги. В частности, для увеличения эффективности животноводства мы создаем крепкую кормовую базу. В 2021 году реконструировали и ввели в эксплуатацию более 1000 гектаров орошаемых земель. Также начали первые шаги по возрождению племенного дела, чем наша республика всегда славилась. А конкретно для сельхозтоваропроизводителей в уходящем году создан региональный центр воспроизводства. Мы будем и дальше поддерживать наших фермеров. Последовательно развиваем нефтегазовую отрасль Калмыкии. Мы впервые с советских времен возобновили масштабные поиски новых месторождений. В 2021 году Роснедра завершили комплекс геологоразведочных работ на Хабтагайском участке. Сейчас проводится анализ результатов. Подводя первые итоги разведки, видим перспективы. Республика уже подтверждает статус новой нефтегазоносной провинции.
На фоне этого заключили соглашение с несколькими крупными стратегическими партнерами. Ведь развитие этой отрасли в регионе позволит повысить доходы бюджета и создать новые рабочие места. Одним из важных событий уходящего года считаю получение лицензии на открытие медицинских направлений в Калмыцком государственном университете. Мы исполнили наказ героя Советского Союза, нашего выдающегося земляка Басана Бадминовича Городвикова. Ведь он уделял особое внимание подготовке кадров для народного хозяйства и мечтал об открытии в университете специальности ветеринарии и медицинского факультета. Подводя итоги года, хочу поблагодарить за поддержку федеральный центр. В ключевых сферах жизни республики многое удается сделать благодаря тесному взаимодействию с правительством Российской Федерации и администрацией президента России. И самое важное, дорогие земляки, получать от вас обратную связь. В этом нам эффективно помогает Центр управления регионом в Калмыкии, деятельность которого одна из самых результативных в стране. Никто, кроме нас, не обустроит нашу родную землю. Так давайте стараться делать больше. Не бояться ставить большие и амбициозные цели. Развиваться, совершенствоваться изо дня в день. Уважительно относиться друг к другу. Создавать семьи, рожать детей. И в конечном итоге гордиться Калмыкией, гордиться Россией. Дорогие земляки, пусть наступающий год тигра грациозно и красиво придет в ваш дом и даст уверенность каждому для решительных и активных шагов к своей цели. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и счастья. А нашей любимой Калмыкии – мира, согласия и процветания. Шин барджиле ульзята цаган халхта болтха. Хамык муюмын хучин джильде ультха. Хамык сян юмын шин джильде иртха. Цуктан ирюльменде юфтын. С праздником вас! С Новым годом! Накануне Нового года депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев выложил у себя вот такие кусочки видео. Поступило обращение от гражданина из Городвиковского района о том, что вот на месте временного хранения твердых бытовых отходов, ну, по нашему свалкам в районе Бамбышева, есть какие-то пожары. Вот приехал, смотрю, ну, пожарами не пахнет. Даже, кстати, и свалкой не пахнет. Попросил главу района приехать. Валерий Сергеевич, где тут пожары? Что-то я не вижу. Вот, не вижу. Говорите, пожаров нету. Это площадка временного накопления ООО спецавтохозяйства. Не ваша это? Не наша территория. Мы передали его в аренду. Земельный участок эксплуатируется по назначению. Здесь накапливают, потом вывозят на полигон в Элисту. Ну, отработали. Не вижу я пока проблем для... Организовано круглосуточное дежурство. Угу. Здесь стоят сторожа. Никто просто так не приезжает, ничего не палит. Мусор... Понял. Принято. Так, работаем дальше. Ну, продолжаем дальше проверять обращение одного из земляков. Бембишева, относительно далеко здесь свалка временного хранения. Я что-то запахов не чувствую, но будем дальше смотреть. Может, по селу посмотрим, походим. Пока шикарная погода, великолепная Калмыкия и... Пока не вижу причин для страшного негодования. После этих видео ко мне обратились жители поселка Бембишево и представили совершенно другой материал.
после таких вот заявлений, работа Бадмы Башанкаева напоминает мне известный ролик про трудягу, который есть в каждом коллективе. Не думаю, что прикрывать спину ниже поясницы главе Городовиковского РМО входит в обязанность целого депутата Государственной Думы. Тем более, есть решение суда о бездействии администрации района. В республиканской больнице имени Жемчуева наградили победителей двух конкурсов, участников которых стали медработники. Лучшим отделением в 2021 году по итогам профессионального соревнования стала гинекология. А вот в лучшем новогоднем украшении победили сразу несколько клинических служб. В этот же день вручали наградные знаки за вклад в развитие здравоохранения Республики Калмыкия. Их были удостоены врачи Екатерина Бедишева и Валентина Чурюмова. В течение 22-23 годов в Калмыкии отремонтируют 35 школ. На эти цели из федеральной казны выделено более 3 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков. Особый акцент при подаче заявок мы сделали на сельские школы. Реализацию программы начнем уже с января. Программа продлится 5 лет, что в будущем позволит нам охватить большее количество школ, которые нуждаются в ремонте, написал Хасиков в Instagram. В 2022 году капитальный ремонт планируется провести в 17 школах. В 2023 году в 18 образовательных учреждениях. Ну а мы, в свою очередь, очень надеемся, что команда цагировцев не будет воровать у наших детей, как это делали их предшественники. Вспомним печально известный детский сад в Троицком, который уже 5 лет находится в аварийном состоянии. Калмыкия – невозмутимый регион, признали российские аналитики. Департамент компании развития общественных связей в ходе проведенного исследования выявил самые тревожные российские регионы в зависимости от восприимчивости их жителей к проблемам, сообщает медиахолдинг РБК. Регионы страны разделили на 3 группы – встревоженные, уравновешенные и невозмутимые. Калмыкию российские аналитики отнесли к последней. По словам экспертов, жители республики сдержанно относились к проблемам, связанным с пандемией коронавируса, а на тревожности о COVID-19, распространявшихся в средствах массовой информации, и вовсе реагировали спокойно. Дмитрий Викторович, я понимаю все, но у нас 21 век. Мы же не можем сидеть вот так вот со свечкой уже сутки. Южный район. Ну имейте совесть, пожалуйста. Не надо хабарить деньги. Сделать хотя бы электрические сети. Водяные, водопроводные, там, извиняюсь, конечно. Газовые. Ну, сделать, чтобы не было перебоя у нас. Если вы не с Республики Калмыкия, если вы сделаете, мы вам будем очень благодарны даже. В столице Калмыкии и Элисте 3 дня коммунальные ЧП. Отключение электроэнергии. Сейчас электроснабжение восстановили. Причина многочисленных аварий – дождь, минусовая температура и последующее обледенение на деревьях и проводах. Не выдерживая веса наледи, ветки деревьев обламывались и падали на электрические сети. Без света в праздничный день ЗУЛ 29 декабря остались жители северо-западного района и центральной части Элисты. Также без света была водозаборная станция в Верхнем Яшкуле, и без воды почти сутки остался весь город. Жители на собственной шкуре почувствовали работу антикризисного мэра из ДНР Дмитрия Трапезникова. На этом пока все, а я напоминаю вам, уважаемые друзья, что рубрика «Так я слышал однажды» – это своего рода агрегатор новостей Калмыкии в видеоформате. А наше название – это отсылка к буддизму и словам Будды Шакьямуни. Не доверяйте тому, что вы слышали. Не доверяйте ничему, если это является слухом или мнением большинства. Не доверяйте, если это является лишь записью высказывания какого-то старого мудреца. Не доверяйте догадкам. Не доверяйте тому, что вы считаете правдой. К чему вы привыкли.
Не доверяйте одному голому авторитету ваших учителей и старейшин. После наблюдения и анализа, когда она согласуется с рассудком и способствует благу и пользе одного и каждого, тогда принимайте это и живите согласно ему. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. С наилучшими пожеланиями, Максим и команда канала ZanOnline.